Во дворе многоквартирного дома на улице Родионова снова звучит громкое «гол». На только что реконструированной футбольной площадке состоялся первый турнир среди дворовых команд. Открыли мероприятие лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Надежда Смирнова и депутат Государственной думы Ирина Роднина. Помните, какая была наша площадка? Да. Помните? Да. Нет ворот. Ужасное покрытие. Именно вы, ваши родители, выступили с такой инициативой, что нам нужна новая спортивная площадка. И только вместе, только сообща, мы с вами это сделали. Старая площадка не ремонтировалась с 2004 года. Жители выдвинули инициативу благоустроить территорию и проголосовали за нее на сайте hish.online. К организационным работам приступили еще весной этого года. Позже были установлены новые ворота, а вместо резинового покрытия теперь искусственный газон. Такой же лежит на стадионе в Новых Химках. Новость о турнире распространилась быстро. В футбольном состязании приняли участие дворовые команды в возрастной категории от 6 до 17 лет. Сегодня погода хорошая, в принципе, хорошая игра, но слишком много народа. Раньше в другие дворы ходил, но когда поле поставили новое, я начал сюда ходить. Такие соревнования проходят по всей стране в рамках программы «Спортивное лето». В нем уже приняли участие дети из 75 регионов нашей страны. Я ребятам сказала, что у нас все началось в 2019 году после чемпионата мира. Нам так хотелось сохранить тот настрой, те эмоции, которые мы получили. Победила дружба 3-3, итоговый счет в матче. Решили, что в этот день не будет проигравших и не стали доводить до серии пенальти. Юные спортсмены рассказали, что в скором времени устроят свой турнир, в котором уже точно определят лучшую команду.